Здравствуйте. Привет. Кирилл Валентинович, что за срочность? Ты говорил, что у тебя есть человек, который решает проблемы. Ну да, ему вполне можно доверять. Звони ему, пусть приезжает в офис. Срочно. Мы готовы. Ты готов? Я никуда не еду, у меня дела. Кирилл, ты... Я не хочу с Анжеликой. Так, что за капризы? Накажу, будешь целый день в комнате сидеть, ясно? Послушай, может быть, мы поедем, когда ты сможешь? Анжелика, я привык, когда люди делают то, что я говорю. А сейчас я говорю в цирк! Я поняла. Приятной прогулки. Вперед. Да. В офисе. Что? Будет через час. Мне очень приятно, что вы пришли. Ваши морепродукты? Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Так что у вас за важный разговор? Из-за разных обстоятельств я сворачиваю дела в России и возвращаюсь домой в Австрию. Я давно одинок, думал, что это уже навсегда. Но когда я встретил вас, я понял, что у меня есть шанс. Выходите за меня замуж, и мы поедем вместе. Да вы же меня совсем не знаете. Понимаю, что кажусь вам легкомысленным, но разве нужны знания, чтобы полюбить? Я видел, как вы переживаете о детях, как сочувствуете мне. Вы тронули мое сердце. Как раз такую заботливую и преданную я хочу видеть рядом с собой. Я не требую немедленно ответного чувства. Я просто бы мог стать вашим другом и, может быть... Николас, я сидела в тюрьме. Меня освободили условно. Для меня это не имеет значения. Я знаю вашу судебную систему, но часто несправедливо. А вам я верю. Но я не могу уехать и оставить тут детей. Я помогу вам их забрать, а потом буду заботиться как о родных. Вы не торопитесь, подумайте. Я могу ждать сколько угодно. Извините. Да. Это Раиса Петровна. Дети с Анжеликой уехали в цирк. На Цветном. Одни. Без Кирилла. Я поняла, спасибо. Николас, мне нужно срочно уехать. Я перезвоню вам. Простите. Да, конечно. Я буду ждать. Пожалуйста, в цирк на Цветном. Садитесь. Вы можете ехать быстрее? Да, не волнуйтесь. Мальчики, есть свободная машина в районе Трубной. Я 1965-й, буду на Цветном через 15 минут забрать клиента на Трубной. Разведка, горячие точки. Неплохой послужной список. Что заставило вас уйти в отставку? Долг родине я уже отдал. Сполна. Теперь работаю на себя. Угу.
Отлично, нам как раз нужно здесь решить один деликатный вопрос. Ну что ж, я готов начать прямо сейчас. Разрешите вам представить моего помощника? Здравствуйте. Готов приступить к работе. Да, Анжелика. Он заперся и не открывает уже час. Мы приехали в цирк, а там Вика. Слезы, сопли. Ну, конечно, он впечатлился. Откуда она узнала, что мы там? Петя, сынок, открой, пожалуйста, дверь. Петь. Петя! Петенька! Раиса Петровна, уведите, пожалуйста, ребенка! Быстро! Петенька, пойдем, пойдем. Петя, я прошу тебя, ну, открой дверь. Давай поговорим, как мужчины. Отстаньте от меня! Ненавижу вас всех! Петя! Не подходи ко мне! Я сейчас прыгну! Не подходи! Петя, не подходи! Не нужно. Я сейчас прыгну! Не делай этого, я прошу тебя, я пожалуйста. Я все равно прыгну! Сынок, я прошу тебя. Я же тебя очень люблю, но... Ну, я сделаю все, как ты захочешь. Я прыгну! Ну, Петя! Петя! Пусть придет мама. Пусть придет мама. Мама. Слушай меня внимательно. Это последнее предупреждение. Не уберешься из города – зарежу. Как овцу – зарежу. А будешь еще активничать, и от детей твоих избавимся. Слишком из-за тебя от них проблем много. Поняла? Вот и умница. Возьми трубку. Возьми, я прошу тебя. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Николас, это я. Николас! Виктория, что с вами? Я согласна. Но вы меня сделали самым счастливым человеком. Поверьте, вы никогда не будете жалеть о своем решении. Только, Николас, мне нужны деньги. Срочно. Дело в том, что... Можете мне объяснять, сколько? Инструменты в кладовке, в сером ящике. Видишь? Да, нашла. Я все решила. Выкраду детей и отвезу их за границу. Там Кирилл нас точно не найдет. Не представляю, как это можно осуществить. Я слышала, что выезд за границу с непогашенной судимостью запрещен. Да и документов на детей у тебя нет. Да, но у меня есть деньги, а на них можно сделать фальшивые паспорта. Я хотела Андрею позвонить, просто не могу до него дозвониться. Вась, может, ты поможешь? Ты же в охране с отставными силовиками работаешь. Может, у кого какие-то связи остались или... Ты соображаешь, о чем просишь? Вась. Что, Вась? Я просто посоветоваться хотела. Я дам тебе совет. Твой план не просто дурацкий, он невыполнимый. А самое главное, опасный. Тебя поймают и снова посадят. И нам с Лидой за тебя достанется. Вась. Что, Вась? Простите, ребят. Лид, прости. Просто вы мне самые близкие, поэтому к вам обратилась. А насчет плана, возможно, ты и прав. Но я все равно постараюсь его осуществить. Задействую тюремные связи. Другого выхода у меня нет.
жара, как в бане. А меня знобит. Это ты из-за Вики перепсиховала. Меня волнует только наша семья. Ты не обращаешь на меня никакого внимания. Ты проявляешь заботу только когда папа видит. А когда его нет, тебе и дела не до меня. Твоя любовь – работа. А я чувствую себя ненужной. И что, теперь все бросить? И сидеть рядом с тобой нянькой? А я об этом не прошу. Но тебя целыми сутками нету. И твои дети меня ненавидят. А я их боюсь. Они смотрят на меня, как звери. Петя неадекватный. Неужели ты сам этого не видишь, что его надо лечить? Это он сейчас себя так ведет. А что будет, когда родится мой малыш? Что он сожжет его в камине? Выбросит его в окно? Или... Так, что за дикие фантазии? Перестань выдумывать. Отправь их куда-нибудь, я тебя умоляю! Запри их в санатории, в больнице, где угодно, только избавь меня от их присутствия, я не могу! А теперь слушай меня. Мои дети нормальные. К Вике они не вернутся, а жить будут здесь. Этот вопрос мы уже поднимали и решили больше к нему не возвращаться. И я не собираюсь менять свое решение из-за твоих гормональных всплесков. Как ты сказал? Гормональных всплесков? Тогда меня больше здесь не будет, ясно? Кому ты звонишь? Я звоню папе. Дай мне телефон. Пусть он заберет меня отсюда. Анжелика, дай мне телефон. Дай телефон. Дай, пожалуйста, телефон мне. Отдай мне телефон. Дай телефон. Ну, слушай. И видеть тебя не могу. Дай мне этот телефон. Дай мне этот чертов телефон. Анжелика! Ты можешь объяснить, что произошло? Она упала с лестницы. Просто так? Сама по себе? Нет, я ее столкнул. Думайте, что говорите. Извините, можно вас на минутку? Да, доктор. Ее жизнь вне опасности, но ребенка сохранить не удалось. Мы сделали все, что могли. Как? Послушайте, доктор, я хочу видеть свою дочь. Это сейчас невозможно. Это ты во всем виноват. Ты не уберег ее, не смог создать ей условия. Ты убил моего внука! Руки уберите. И перестаньте сходить с ума. Я заберу ее, как только она поправится. Вы уверены, что она согласится? Как ты себя чувствуешь? Thank you.
прости меня, родная. Я тебе обещаю, теперь все будет по-другому. Я всегда буду рядом. Мы нарожаем еще целую кучу детишек. Ты, главное, не отворачивайся от меня. Не бросай меня, ладно, любимая? Родная моя. Здравствуйте, я Виктория. Вас должны были предупредить. Да, у меня заказ, я и двое детей. Да. Фотографии есть. Отправлю, хорошо. Условия знаю, устраивают. Угу. Да, только документы нужны очень срочно. Виктория? Да. Принесли? Как договаривались. От настоящих не отличишь. У нас ни одного прокола на этой теме. Угу. Хорошо. Здесь за паспорта и аванс за другую работу. Я сейчас все объясню. Нет, конечно, я вам сочувствую. Но я боюсь, понимаете? Мне кажется, меня подозревают. Раиса Петровна. Я вас очень прошу. Но вы же добрый человек, я знаю. Долго еще? И детей моих жалеете. Я вам очень благодарна за это, но... Но вы же видите, что с ними происходит, Раиса Петровна. Я вас очень прошу. Только на вас у меня вся надежда. Хорошо, я сделаю, как вы просите. А когда? Сегодня, в 3 часа. Хорошо. Я буду готова. Спасибо вам. Добрый день. Постойте, мы проехали. Вон тот дом. Телефон, будьте добры. Кирилл Валентинович, межрайонный следственный отдел беспокоит. На вас поступила жалоба от Кручининой Виктории Александровны. Последствия могут быть неприятными. Вам лучше подъехать к нам, ознакомиться. Тут и решим, что предпринять. Нет-нет, лучше сейчас подъехать. Куда ехать, знаете? Да, 15-й кабинет. Все, жду. Сказал, подъедет. Ага. Дальше не пойду. Но... Нет, не уговаривайте меня. У калитки только один охранник. Вы отвлеките его, а сами зайдете и заберете детей. Поняла. Спасибо. Что-то здесь не так. Ну что, сворачиваемся? Выходим. Помоги! Заблудали мы тут маленько. Дом с башенкой ищем. Выйди, будь другом. Подсоби. Что за дом? Иди! Ой!
Стоять! Сказано было ждать, пока она во двор не зайдет. А тебе повезло. Если бы ты пересекла эту линию, я бы сдал тебя как грабительницу или пристрелил бы, как собаку, за проникновение на частную территорию. Я ждал от тебя какой-то очередной выходки, но я не думал, что ты пойдешь на похищение. Уголовное прошлое не дает о себе забыть. Это ты меня вынудил к этому. Ну, иди сюда. Верни мне детей, и ты больше меня не увидишь. Ты не поняла. Все твои попытки, они сводятся к нулю. Ты детей только травмируешь. Они ведь не нужны тебе. Ты же мстишь мне за то, что я пошла против тебя, за то, что знаю, кто ты на самом деле. Вот странный ты человек. Тебе же уже все объяснили. А ты как будто специально нарываешься на несчастный случай с летальным исходом. Уйди из моей жизни. Исчезни. Иначе, я клянусь, он произойдет. Это мое последнее слово. До свидания. Всего доброго. Всего доброго, спасибо. Всего доброго. О, кто это такой? Закончилась наша ссылка. А почему твоя зазноба тебя не встречает? Она не знает, что я приехал. Что так? Поцапались или разочаровался? Что-то я не слышал, чтобы она звонила тебе за всю командировку. Там связь была плохая. Значит, ты не передумал на ее счет? Нет. Как бы она ко мне ни относилась, что бы ни делала, я от своих обещаний не отказываюсь. Смотри, как бы потом не пришлось пожалеть. Не придется. Вам кого? Здравствуйте. Здрасте. Где Вика? А вы кто? Андрей, знакомый. Я ей дозвониться никак не могу. А, Андрей, одну секундочку. Тогда это вам, Андрей. Вика сегодня улетела в Австрию с каким-то иностранцем, а я новая хозяйка квартиры. Улетела? Да. Понятно. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Андрей, жаль, что не смогла увидеть тебя перед отъездом. Хочу сказать тебе спасибо за помощь. С тобой и с твоей поддержкой я снова поверила в людей. Не знаю, увидимся ли мы когда-нибудь, но я тебя никогда не забуду. Я благодарна судьбе, что она свела нас с тобой. Не отчаивайся, это не конец, а только начало. Ты веришь мне? Я все равно не отступлю. Я не буду сидеть сложа руки. Пойду учиться. Буду помогать тебе на фирме. Как только захочешь. Мне нужно быть сильной. И умной. Тогда я смогу осуществить все, что задумала. Так все и будет. А я во всем этом тебе буду помогать. Пристегните ремень, пожалуйста. Мы идем на посадку. Я, да. Да, спасибо.
Наш самолет, следующий маршрутом Цюрих-Вена, приземлится в международном аэропорту через 5 минут. Николас, все в порядке. Я еду домой. Николас! Николас! Привет! Привет! Я соскучился. Я тоже. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Я в полном порядке. Хорошо. Ты кофе будешь? Да, спасибо. Ну, как все прошло? Договор подписан. Реставрировать музейный квартал будем мы. Смотри. Ты просто умница. Не прошло и 2 года, а ты стала уже моим равноправным партнером. За это нужно выпить и не только кофе. А давай. Тем более есть еще одна важная причина для праздника. Ты помнишь? Неужели? Срок давности? Уже? Истек по всем нарушениям вместе взятым. Это значит, я могу вернуться в Россию, Николас. И теперь уже на законных основаниях я сделаю все, что задумала. Господи, как долго я этого ждала. Спасибо тебе, Николас, за то, что ты есть. За то, что всегда поддерживал меня. Я не знаю, что делала бы без тебя. За нас. Вместе у нас все получится. Дай пластилин, биологички положу, как вчера. А Вовка на мобилу снимет. Отстань. Пластилина жалко. Он котлеты лепит. Да он сам котлета. Точно, ее ведь не родили, матери ведь нет. А отец ее на комбинате из фаршев лепил. Ответь! Ты что делаешь-то? Давай, врежь ему, бей, бей его. Ай. Давай, а ну-ка, прекратите. Получилось, в следующий раз вообще нос сломаю. Петя, немедленно пошли к директору. Сама иди, дура. Перестань ругаться. Я сегодня же позвоню твоему отцу. Пусть примет меры. Да плевал он на вас и ваши меры. Боровичев уже 2 своих остановил. К тому же судится за какую-то землю. Кажется, незаконная застройка. Нужно точно знать. У меня руки чешутся отобрать у него бизнес. Я уточню без вопросов, только дела у него явно уточни. В пролете. Вот сводки по продажам Боровичева, и там же копии его кредитных договоров. Отлично, этим мы и воспользуемся. Игорек, вот это хорошая цена за твой бизнес. Ты даже сможешь открыть сеть забегаловок. У Игорька. Столовки для дальнобойщиков по трассе, например. Дарю идею. Да пошел ты. Вот. Вот. Это я уже слышал. Когда ты с рейдерами пытался выдавить меня с моего же комбината. И где теперь ты, а где я? Да, только знаешь что, Кирюша, если бы не Паршин, ты бы сейчас сам в столовке стоял на раздаче. Ну, важен результат. Ну так как, ты продаешь бизнес? Завтра я этих денег не предложу. Ничего ты не получишь. Разговор закончен. Выметайтесь. Да. А мог хоть что-то выручить. Ну что ж, Игорек. Теперь тебе не подняться. И я это проконтролирую.
расслабиться пытаюсь. Ты целыми днями только делаешь, что расслабляешься. Ты не пробовала для разнообразия напрячься? Психолог пришел. Они там уже час разговоры разговаривают. Но никакой психолог не поможет. Ты сама виновата. Должна была больше внимания детям уделять. Это ты мне говоришь внимание? Тебя-то самого что интересует, кроме твоей работы? Ты где пропадаешь целыми сутками? Ты меня оставил дома одну, с детьми, твоими, между прочим, детьми. Я виновата, да? Мне уже самой надо лечиться. Ты мне все нервы истрепал своим равнодушием. Ну, нервы алкоголем не лечат, будет только хуже. Хуже. А хуже уже некуда. Знаешь, мне иногда кажется, что это все нам с тобой за Вику. За все, что мы с ней сделали. И никакой новой жизни у нас с тобой не будет. Никогда. Никогда. Как же мне надоели твои пьяные истерики. Валентина Михайловна, добрый вечер. Добрый вечер. Как там Петя? Нужно поговорить. Прошу. Присаживайтесь. Итак, как вы оцениваете его состояние? Понимаете, в начале так называемого пубертатного периода, периода созревания, все эмоции обостряются. Не до такой же степени. Он дома, он не слушается, в школе постоянно дерется, учится из рук вон плохо. Наказывание, наказывание, ничего не помогает. Я уже не знаю, какие меры принимать. Наказание его только озлобит. Ему сейчас не хватает самого главного. Чего? Матери. Любовь и забота сбалансировали бы сложный эмоциональный процесс. Смягчили бы для Пети восприятие реальности. В таком периоде мальчикам мамы бывают нужнее, чем девочкам. Трогательно, но невозможно. Что вы еще можете предложить? Ну, хороший пансионат для детей, санаторного типа. Покой, уход, много прогулок на свежем воздухе. Медикаментозная поддержка. Спецклиника. Ладно, я подумаю. Но на всякий случай зарезервируйте ему место. Папа сказал, что тебя надо в клинику. Возьмешь меня с собой? Я не хочу с тобой расставаться. Тебя в дурдом не возьмут. Почему в дурдом? Потому что клиника – это и есть дурдом. Я не хочу без тебя здесь. А я сбегу, я тебя одну не оставлю. Мама бы меня туда не отправила. Почему она не возвращается? Может быть, она про нас забыла? Не говори так. Она сказала, что вернется, значит, вернется. Просто надо немного подождать.
Галстук хорошо смотрится с этой рубашкой. Билет на самолет. Вылет во вторник в 7 утра. Спасибо. Пожалуйста. Может, мне с тобой поехать все-таки? Мы же уже все решили. Я сама смогу там все устроить. А тебе лучше остаться здесь. Но потом я прилечу к тебе и буду рядом. А когда мы возьмем детей, решим, что делать. Или в России останемся, или сюда вернемся. Никлас, ты самый лучший муж на свете. Опа! И даже больше, чем муж. Ты родной человек. Даже не знаю, что делала бы без тебя. Что с тобой? Никлас, присядь. Что, что? Икард. Никлас? Никлас? Фрау Мюллер. Скорую быстрее. Родной мой, держись. Держись. Как же ты меня напугал. Не волнуйся, дорогая. Это была минутная слабость. Мне уже лучше. Никлас. Да, господин Крайский. Мы провели обследование. Нужно менять кардиостимулятор. Спасибо. Не волнуйся, дорогая. Медицина сейчас на таком уровне, что нечего опасаться. Вот увидишь, все будет в порядке. Но, Никлас... Ты поедешь в Россию одна, как и планировал. Я никуда не поеду, я одного тебя не оставлю. Медитопрессион... Я согласен на операцию. Хорошо. Постойте, доктор. Да. Уделите мне минуту, пожалуйста. Хорошо. Поговорю с врачом, может быть, получится обойтись без операции. Скажите, насколько все серьезно? Не хочу от вас скрывать, ситуация тяжелая. Сердце изношено. Могут быть осложнения. Но и мы уже вживляли кардиостимулятор, и тогда все прошло благополучно. В этот раз я ничего не могу гарантировать. Может, нам не рисковать? Вдруг можно обойтись без операции? К сожалению, другого выхода у нас нет. Без операции он умрет. А вы не кричите, пожалуйста. Мы вам не можем. Когда? Когда вы заплатите? Не сделаю. Я вам ничем не могу помочь. Все, извините. Каждый день они говорят одно и то же. Кирилл Валентинович, значит, они у нас склад начинали строить. А мы нашли бригаду подешевле. Ну, а этих отпустили. В общем, отказались от них. А они теперь с нас денег требуют. Так почему ты их не разгонишь? Так я пытаюсь с ними как-то по-хорошему договориться, понимаете? А, вот же и главное. Ну, не надо бить машину. Ну, не надо, товарищ. А чего ты заперся? Скажи, а не ты мою службу охраны возглавляешь? Чего сидишь? Давай, пошел! Где наши деньги? Так, а ну-ка, ушли все от машины. Не надо меня толкать. Отойдите. Не надо меня толкать. Я сказал, ушли от машины все. Охрана! Отойдите. Мы не уйдем, пока вы нам все не заплатите. Пошел отсюда. Понятно? Пошел, я сказал. Вывези нам все назад. Куда? Куда ты уходишь, а? Подойди ко мне и поговори, как человек со мной. Скотина подлая. Ты не мужчина, ты понял? Никакого, понял? Никакого миндальничания с этим быдлом. Запомни на себя. Все, вытолкли в зашей. Вот. Бери вот, кстати, пример. Кирилл Валентинович, подпишите, пожалуйста. Что там опять? Давайте. А, вот ты где прячешься. За все ответишь, сволочь! Ты что? Ну, хорошо, что? Ты меня хочешь убить за что? Не надо, мы же не дети с тобой, давай. Давай вот это, давай договоримся. О чем? О чем с тобой договариваться? Не надо в него стрелять. Из-за тебя моим детям жрать нечего. Уйди. Вы его убьете, и вас посадят. А как же ваша жена? Ваши дети? Об этом вы подумали?
это не стоит того. Не ломайте себе жизнь. Опустите. Опустите. Дайте мне. Дайте. Отдайте. Охрана! Иди, да пусти, я сам пойду! Да не пусти! Да пошел ты знаешь куда! Какой кошмар! У меня сердце чуть не остановилось. Водички хотите? Да. Только теплая. Ничего. Я, честно говоря, думал, все. Сегодня же сменю всю охрану. Да, давно пора. Ой. Видимо, через черный ход незаметно прошел. Выпейте, это валерьянка. Успокаивай. Мне бы валерьянки тоже не помешало. Что-то менты долго не едут. Идите к себе. Что? Все идите. А, хорошо, хорошо. Алиса, а вы останьтесь. Пожалуйста. Присаживайтесь. Простите, я в этой суматохе совсем забыл вас поблагодарить. Спасибо. Только скажите мне одну вещь. Вы кинулись защищать совершенно незнакомого вам человека, спасать ему жизнь, вы заслонили его собой. Почему? Почему? Как-то так, само собой получилось. Я даже подумать не успела. Надо же. Ради меня еще никто не жертвовал жизнью. Ради меня никто ничем не жертвовал. Один бьюсь, сам по себе. Ну, скажите, чем я могу вас отблагодарить? Квартира, машина, что? Только скажите. Отпустите, пожалуйста, несостоявшегося убийцу. Не заявляйте в полицию. Не добивайте его. Он, в сущности, несчастный человек. Надо же. Вы даже таких жалеете. Готовы всех понять и простить. Есть люди, которых я не прощу никогда. Какая же вы. Ладно, хорошо. Но вы хоть сегодня вечером не откажетесь со мной поужинать? Нет? Отлично. Скажите, сколько вы у нас уже работаете? 3 месяца. 3 месяца. На испытательном сроке. После экономического. Считайте, что с сегодняшнего дня вы приняты в штат. Это минимум, что я могу для вас сделать.